Всем салют и добро пожаловать на прохождение игры Skyrim, сборка модов Recast. С вами Андрей Доцент. Тут вдруг с ни с того, с ни с сего я вспомнил, что у меня есть старенький квест под названием «Старые друзья», который бы не помешало выполнить, ведь нас попросил об этом местный дровосек... Дровосек из Янтарного ручья. Все равно нам по пути туда возвращаться. Так я подумал, почему бы нам не обыскать заставу Горный Кряж и что там у нас, и не остановить разбойников. Ну а также попытаться найти Йонвульда. Поэтому давайте-ка мы это все сделаем по-быстренькому, зачистим. В принципе, как мы это и умеем делать. Так, надо выпить. Надо выпить. Так, биштекс из Хоркера. Отлично. Выпили, сохранились. Погнали. Погнали на заставу Горный Кряж. Так, надеюсь, там будет не столько же много ребят, сколько было в предыдущий раз. Потому что тут, видите ли, у нас массовые битвы случаются. Да такие, что... То, что было в Скайриме, знаете ли, еще цветочками кажется. Так что надо быть готовым ко всему. Так. После очередного вылета мы продолжаем свой путь. Так, давайте-ка попробуем забраться вот отсюда. Смотрите, что-то все звери линяют отсюда. Странненько, но, тем не менее, мы близко. Вижу, уже ребята стоят и ждут нас там. Так, я думаю, есть смысл сохраниться и приготовиться к очень грамотной обороне. Выйдем. Так... Освободились. Ну чё? Ты чё, решил у меня что ли это? Пострелять? Застава Горный Кряж. Всё, понял. Полетела, родимая. Есть. Выкинули одну. Давай-ка мне этого скрафти быстро. Так. Ну давай, помогай мне. Так, увернулись. Вон, ништяк, он их временно оглушил. Одному я влепил. Так, боевой дух. Боевой дух. Отлично. Завалили моего этого. Чувака, в меня лучники стреляют. Так. Надо посмотреть, что у него есть. А чё он этот самый бегает без оружия? А, нет, у него в руках, ну как, молоточек. Так. Вот это вот вообще не есть хорошо. Так. Есть. Все. Убит. А меня сейчас могут очень так быстренько это замочить. Бежим. Надо зачистить это место. Давай, делай свое дело, Драугар. Так, блин, вот они с лука реально мощно шарашут. Кстати, классные штанишки какие-то. Что это такое? Нет, какая-то херня полная. Ладно. Давай, поднимаемся. Не даем попасть в себя. А, там один остался. Ну все. Так, промахнулся. В щит. В щит попало. И еще раз. И еще раз. Все. Слишком рано. Ну а ты как думала? Этот весь истыканный терминатор наш с синими глазами. Что у вас тут есть? Чеснок есть. Так, что-то чеснок и все, что ли? Больше ничего интересного. А тут что? Ну-ка глянем. У вас тут, походу, обеденный стол. Тихо. Раз. Давай. Ну, вали его. И еще раз. Есть. Убит. Так, корона вождя. Это мне не надо. Янтарный мед опять. Сырая говядина. Давайте-ка мы все это дело приготовим, пока есть возможность. Почему бы и нет? Хлеб. Сыр.
Так. Отварная говядина. Ну да, думаю, хватит. Давайте-ка готовить. Используем вертел для этих целей. Вот в этой игре действительно потребность в еде все-таки конкретная. Так, 7 кусков. 7 кусков этого добавлено. Так, отварная говядина. Угу. Так, отварную говядину мы сделали. Что у нас еще есть? А, у нас больше что, ничего нету, что ли? Ну ладно. Думаю, и этого хватит. Побежали спасать нашего несчастного, по пути уничтожая всех разбойников. Нужен ключ, а где же я его найду-то? Где я ключ найду? Стойте. Мне нужен ключ, а ключа-то у меня и нету. Если только он у кого-то не валяется из убитых. Мародер. Так. Тут вряд ли, а может здесь? Так, ну хотя бы фрукты есть. Давайте-ка мы соберем. Яблочный сок, в конце концов, можно из всего этого сделать. Так, чертов ключ надо найти. Где ж мне его? Кстати, классно, тут так все видно свысока, я вам скажу. Прям неплохо. Может, у тебя все-таки где-то ключ? Нет, у него нет ключа. Это вообще какой-то у них местный повар. Что у него может быть? Давайте-ка тогда у этой посмотрим. И у тебя все пусто. Так. Бутылка, бутылка, бутылка. Ё-моё, а как открыть-то? Чё ж мне найти-то такого? Чем можно было отпереть? Ну давайте у вас глянем. Мародер, ничего. Забавно так легли. Так, у тебя тоже. И у тебя тоже ничего нету. И чё мне теперь искать? У них все пусто. Может, я кого-то упустил? Реально. Стойте, есть одна идея. Мне поможет мой крик под названием... шепот ауры. Так. Есть кто? Кто это там? А, это звери. Там у нас звери. Значит, тут у нас, по сути, больше никого нет. Тогда нам остается только смотреть всякие сундучки и... искать. Искать. Вот, мне кажется, сюда надо нам. Ну-ка, давайте-ка. Давайте-ка посмотрим, что там у нас. В жилые помещения. Может, у головаря местного есть ключ? Мне же надо как раз всех разбойников замочить. Ну, естественно, самому не сдохнуть и спасти одного чувака. Так, вполне возможно, что я иду в верном направлении. Тихо. Так. Итак. Раз. 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 И еще раз. Сбегаются, я, кажется, спалился. Давай-ка. Пробил твой час, Драугар. Дракона здесь, к сожалению, скрафтить не могу. Ну и на кого ты машешь? Ну давай. Раз. Раз. И еще раз. Есть. Так. Атакуем. Вот так вот. Что у тебя? Ключ есть? Ключа нет. Так. Замочили. Ну, кто там у нас? Ага, ты. Так. Смотрите, главное... упал, отлетел и снова встал. Да отойди ты от меня. Отмычка, золото. Так. Черт, я зачем по своему попал? Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. У кого-то из вас должен быть ключ. О, кошачий. Так. The soul you got. Я тебе не гад. Так.
Все. Да, тебе не повезло. Ну, хотя бы у тебя филки есть. Приличное количество. Что у нас тут? Так, а тут они у нас, видимо, отдыхали, сидели. Пивко попивали. Эль и так далее. Так, можно, в принципе, попробовать открыть эту дверь и посмотреть, что там. А можно сходить и сюда. Глянуть, что здесь. Здесь у нас, да, жилые помещения. Самые, что ни на есть. Воды Обливиона. Кстати, книжки классно сделаны. Ретекстурки. Так. Золото. О! Вот это неплохо. Это было очень неплохо. Так, я вижу, тут у нас вот деньжа валяются. Почему бы их не взять? В сундуке ключ есть? Ключа нет, а то есть зелье лечения, которое мне очень пригодится. Что у нас тут в сундуке? Идеальное зелье запаса сил. Ягоды можжевельника. А, я слышу голоса. Так. Я там слышу голоса. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, кто там у нас базарит. Ребят, да у вас тут хавки. Офигеть. Я перегружен и не могу бежать. Ну вот те на, приехали. Так, вес, конина жареная. Ух, конечно. Все это надо схавать. Хлебушек. Так, куриная грудка, оленина. Она разбила мне сердце, как всегда. Так, ребят, надо, короче, все это дело взять. Просто истрескать. Похлебка. Сейчас, кстати, что-нибудь приготовим. Понаберем всего. Так. Яблочко. Кусок сыра. Надо какую-нибудь это... приготовить смесь для бойца, которая будет восстанавливать мне силы очень быстро. Ведь от еды здесь не только польза в том плане, что я питаюсь там и быстрее чуть-чуть здоровье восстанавливается, выносливость, но и временные эффекты она способна дать. Обычные, стандартные, из оригинального Скайрима. Поэтому давайте что-нибудь приготовим. Так, жареная куриная грудка нет, олень отбивная нет. Сок яблочный. Так, яблочный сок есть, оленья отбивная есть, кусок айдарского сыра, жареная куриная грудка, общий вес что-то у меня до хрена. Давайте-ка мы теперь все это дело съедим. Так, окорок козий. Собачатину давайте. Так, картофельный суп. Суп. Чё-то у меня, короче, всего столько много. Однакось. Две тыквы. Хлеба. Хлеб. Это чё за хлеб такой? Этот, как его? Тяжелый. Куриная грудка много весит. Кусок айдарского сыра. Вы гляньте, сколько его у меня. Съедаем. Так, съели. Говядину отварную тоже надо съесть. Да все, нормально. Вообще сейчас я, походу, буду просто сокрушать. Нажрался всего. Хеллоу. Ну, хеллоу. Так. Давай. Есть. Ну чё? Ага. Попробуй пробить этот щит божественный. Чёрт, камни! Так. Есть. Замочить его. Давай, дорогая, подходи. Ага, она слу... Нифига себе она садит. А так? Есть. Так, так, и еще раз. На! Резанул я ее. Золото, броня наемника и не более. Боевой дух. Мне нужен боевой дух. От него больше всего пользы.
Так, медленно, но постепенно. Малахитовая руда, она мне не нужна. Так, что у нас в сундуке? Ух, мастер. Давно мы не взламывали мастера. Так. Ага, вот сюда. В верном направлении иду, как говорится. Понял, чуть-чуть правее. Ну, блин, что ж так быстро ты ломаешься-то? Ну, ё-моё. Давай. Так. Тихо. Да ты чё? Стойте. Зараза. Ладненько. Блин, вот чуть-чуть стоит сделать, и все, он уже сходу ломается. Так. А тут, зараза, ведь чуть-чуть не хватило. Так, понял. Ну, надеюсь, оно того стоит, ребят. Надеюсь, там нормальное что-то. Вот пиздюлина, а. Так, значит, вот так вот. Да. Так, стойте. Вот они и мастеры попёрли. Я сейчас так все отмычки спущу. Больно быстро она ломается. Так. Ё-моё, я отпускаю, он дальше крутит. Вот, ну ведь все же, ведь чуть-чуть осталось, ну блин. Вот видите, вот чуть-чуть остается, и надо обязательно сломаться здесь. Так, давайте-ка сохранимся. Потому что мне что-то это вообще, короче, начинает выводить малость. Блин, ну вот вы видали, практически сходу и на тебе. Сходу ломает. Так. Блин, это какой-то, блядь, ебучий сундук. Вот, надо было просто разозлиться на него. Ебать вас конкретно, а кто этот сундук сделал? Вы чё, 43 золота? Да я отмычек потратил гораздо больше. Нахер мне этот фальскар ваш? Офигеть, еще один мастер. Вы мне так сейчас все нервы, знаете чё? Ну, блин, у меня выбора-то и нет особо. О, зато почти сразу. Так. Ну ладно. Так, чуть-чуть левее, значит, возьмем. Есть. Как народ-то наебывают, а? Ну и куда мы выйдем ради интереса, если я вот сейчас сюда залезу? Куда я попаду-то? Надеюсь, туда, куда надо? Я никакого ключа не нашел. Странно. Чё ж мне делать? А, во, можно сюда пройти. Вот так вот, тюрьма. Вот куда мне надо. Видимо, я в верном направлении иду. Это меня просто этот компас сбивает. Так, ладно. Вот мы и на месте. Кто бродит, говорит, тут в темноте? Тебя обнаружили. Тебя тоже. Все? Понравилось? Нет, мы пленников не принимаем на сегодня. Берем отмычку, аметист, золото. Тут убитый. Так. Что у тебя тут? А, Редгарда. Блин, а у него еще и отмычка была. Он, видимо, хотел убежать, но... Увы, не вышло. Увы, не вышло. Ладно. Почтим их память. И пойдем спасать нашего... друга, скажем так. Так, а я говорю им. Он сам упал на меч. Конечно, они мне не поверили. Так, что у нас здесь? Кого это? Блин, да вы хотя бы их обыскивали бы.
Какие-то ленивые стали разбойники. Так. Что у нас тут? Эксперт. Так, ну это хотя бы не мастер. Ага, вот сюда. Так, понял. Ну, зараза, крутиться будешь или нет? Да. Ничто так не выводит в этой игре, как сундуки, по-моему, да? Есть. Вон, ну тут хотя бы половчее, чем в тот раз. Есть чем, как говорится, на чем поживиться. Так. Двигаемся. Наша цель вообще внизу. Ну давай, попробуй. Давай. Смотрите, какой урон наносит, а. Ух ты, промах. Промах. На тебе. Я его обезоружил, видали? Ударом плашмя. У него аж все оружие вылетело из рук. Так. Неплохо. 250 золота. 250 золота. Мне надо вниз спускаться. Че у вас здесь? Как всегда, еды навалом. Так, сундук. Золото. Зелье невидимости. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, вниз спускаемся. Хорошо. Спускаемся вниз. Эй! Здесь кто-нибудь есть? Да, есть, конечно. Сейчас помогу тебе. Ты только не ори, не привлекай внимания. Это кого тут держали? Ой, корову замочили. Нахрена ты ее заперли в клетке? Ты не из разбойников. Пожалуйста, помоги мне. Дай мне ключ. Он вон там, на столе. Так, а вот и ключ. Так, дай мне этот ключ. Только если ты мне скажешь, кто ты. Меня зовут Йонвульф. Я из Янтарного ручья. Я друг Оудина. Надеюсь, он тебя послал. Пожалуйста, помоги мне. Так, что ты здесь делаешь? Я был бандитом, разбойничал. Много лет назад они меня похитили из Янтарного ручья. Меня держали ради выкупа, но мой отец умер. Они собирались убить меня, у меня не было выбора. Они спросили, присоединюсь ли я к ним, и я согласился. Я хотел выжить. Они взяли меня к себе, и с тех пор я был с ними. Я не мог сбежать. Они нашли бы меня непременно и убили. Но потом я услышал, что они собираются напасть на Янтарный ручей. Это напомнило мне, кто я есть и откуда. Так, я отослал предупреждение Оудину, но меня засекли. За последние годы мне пришлось делать много ужасных вещей. Пожалуйста, я не хочу больше так жить. Я хочу вернуться домой, к Оудину, к моим друзьям. Ты можешь простить меня? Так, у тебя не было выбора, тебе надо выжить. Я прощаю, вот ключ. Блин, а я-то, с хера ли я-то должен прощать? Это к Оудину вопросы, думаю. Ну давайте ключ дадим, господи. Давай спасем Янтарный ручей. Давай, 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 сваливаем. Сваливаем. Так. Стойте. Сохранимся. И надо бежать скорее к нашему ручью. Доброго дня, говорит. Кому он сказал? Стенки, наверное, да? А, вот мы сейчас отсюда и выберемся. Янтарная долина. О, 43 уровень скоро. Здорово. Очень здорово. Очень и очень хорошо. Музыка такая заиграла успокаивающая. Ты как там оказался? Камень-душ маленький. Деньжа. Так, что это у нас такое? Зелье водного дыхания. Неплохо. Нифига себе ты сиганул. Так, ладно, думаю, нам надо телепортироваться в Янтарный ручей. А, надо помочь ему уничтожить разбойников. Ну, побежали вместе тогда. Будем вместе их мочить. Хоть бы коня себе взял. Нет? Говорит, своим ходом побегу. Ой, дурачок. Так, ладно. Не знаю, как ты... А я возьму коня. Так. Арвак. Нам тут надо кое-что зачистить.
Давай мы опередим Йонвульд, а то вдруг окажется, что он у нас еще и смертный обычный. Сдохнет. Мне репутацию портить как-то неохота, поэтому давай-ка мы опередим и сделаем то, что необходимо. Вон, медведя с собой приведем. Пусть тоже поучаствует. Так, давай-давай, ускоряйся. Что-то конь совсем стал быстро выдыхаться. Так. Мы, в принципе, уже близко. Музыка играет. Птички поют. Медведи ревут. Романтик. Что я скажу? Это Skyrim, друзья. Игра, в которую никогда не надоест играть. Умеют же все-таки, а, делать игры. Так, разгон. Мы, в принципе, уже на верном пути. Осталось совсем немного. Главное, чтобы там не было ребят слишком много. Давайте-ка сохранимся. А то сейчас я чувствую, туда примчусь, и там меня встретит целая армия. Так, это указательный знак. Там, по-моему, было написано янтарный ручей. Нифига себе, он у меня ускорился. Это что сейчас с ним стало? Это что он так у меня, смотрите, стартанул? Так. Вы кто? Понял намек. Ну, давайте. Так, так, давай, 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 давай. Валим их. Валим. Есть. Отлично. Давай-ка, я вас всех тут один убью. Так. Валим. Есть. Ну и ты остался, чувак. И еще раз плашмя тебя. Я тебя разоружил, на! Фаталити. Есть! Все. Уничтожено. Что у вас есть, ребята? Ну, помимо золота, вы, ребята, у нас, я знаю, всегда тут богатенькие, и отмычки. Сейчас мы отмычки восстановим, все, которые потеряли. Я заметил, тут у, скажем так, у персонажей очень много отмычек встречается. Это они оленя завалили, господи. А я-то думал, что они тут собрались? Они, оказывается, оленя ёбнули. Да. Янтарный ручей уже рядом. Сейчас этот где-то должен появиться, да? Ага. Нет, он еще не скоро появится. Он еще не скоро появится, а нам надо отправляться в янтарный ручей и предупредить народ. Предупредить народ. О чем предупредить? А что-то Йонвульд хочет предупредить, а не я. Я-то вообще должен отправиться по главному квесту разрабатывать план. План по нападению на Ингвара. Ведь он решил нас стать богом. А это очень плохая идея. Тем более, если вдруг у него получится стать бессмертным существом, то придется очень туго. Ты что, заблудился, парень? Парнишка? А, Вильхард! Это этот же! Сынок Агнара, да. Хотел сказать Ангара, нет, Агнара. Любопытно, папаша. Пошел его спасать. Ну ты там лесом доберись, сам говорит. Ну, там встретятся те медведи. Ну, в принципе, ничего страшного. Доберешься. Так, а тут у нас все трупы доваляются. Так. Ну, что у тебя, разбойник? А у него ничего интересного. Что у нас тут? Так, ну вот я и добрался. Оудин. Так. Надо подождать один часок, думаю, чтобы этот пришел. Во, пришел, Йонфульф! Клянусь богами, ты жив! Да, Один, хотя я не горжусь тем, что мне пришлось делать, чтобы выжить. Угу. Почему? Разве не вы двое предотвратили нападение? Да, это нападение предотвращено. Разбойники не нападут на янтарный ручей Сиона. Так в чем дело? Я...
Я был одним из них все эти годы. Поэтому-то они не убили меня. Ты был разбойником? Почему? Йонфль? Как ты мог? Когда они узнали, что мой папа умер, то решили убить меня. Они спросили, не предпочту ли я присоединиться к ним. И я сказал «да». Так ты провел последние 10 лет, грабя людей и обижая невинных? Я не горжусь этим, но с этим покончено. Я бы хотел жить здесь, в Янтарном ручье, и помогать тебе на лесопилке. Скажи, ты можешь простить меня? Конечно, могу, Йонвульф. У тебя не было выбора. Только, пожалуйста, больше не позволяй разбойникам тебя похищать, ладно? Пока ты здесь, у меня всегда найдется для тебя свободная койка. Буду рад, если ты останешься со мной. Спасибо, Один. Ты настоящий друг. Спасибо тебе за все твои усилия. Я у тебя в долгу. Пожалуйста, возьми это за помощь и за спасение города. Что взять? О, 250 золота. Отлично. Выполнено. Выполнен квест «Старые друзья», и остался у нас возврат долга. Один, скажем так, из основных квестовых заданий. Главной сюжетной линии на континенте Фальскар. Ладно, ну, думаю, мы здесь на этом закончим. А продолжим проходить эти замечательные квесты в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться. Ставить лайки, разумеется. Обязательно комментируйте. А также заходите в группу ВКонтакте. Ссылочка в описании. Все, друзья. Всем пока.